Вам привет от Фридриха. Спасибо. Как его больная нога? Уже лучше. Врачи обещают скоро снять гипс. Хорошо. Жду вас в сквере через 5 минут. Вы уже сообщили центру о своем прибытии? Нет, мы шли налегке. Нам сказали, что рацию мы получим здесь. Радистка? Она тоже с вами? Была со мной. Позавчера ее направили на работу, в пансионат. Здесь недалеко, под Станиславом. Что за пансионат? Что-то вроде санатория для офицеров. Особо охраняемый. Интересно. Постарайтесь-ка разузнать поточнее. И вот еще. Мне необходимо по накладным сверить номера вагонов с номерами грузов. У вас есть возможность проникнуть на товарную станцию? Да. Там дежурит наш взвод охраны. Ага, отлично. Мы с вами встречаться пока не будем. Если вы мне понадобитесь, я дам вам знать. Сигнал подсвечник в витрине магазина. Если встретимся где-нибудь на улице или в учреждении, не подавайте виду, что мы знакомы. Хорошо. Когда мне к нему зайти? Послезавтра. У вас есть запасной канал связи с центром? Да, через почтовый ящик. Замечательно. Ну что ж, ступайте служить своему рейху. Да, и не зыркайте вы по сторонам, когда молитесь. А то вы похожи на жулика, который украл свечку. Я сейчас пойду, а вы посидите немного. Подумайте. До свидания. Хватало оперативной связи с центром. У Виткоича была рация, но пользоваться ей он не умел. Савчук из этого пансионата не вытащишь. Значит, следовало выходить на оставшуюся в живых радистку из уничтоженной разведгруппы. Это было очень опасно, но рискнуть стоило. Пани, могу я видеть пани Волоску? Вы ее видите? Тогда это вам. От кого? От одного почтенного господина. Там есть письмо. Меня никогда не забыл. Так я никогда впервые тебя видел. Целуй ручку. Мосина в очередной раз попыталась подобраться к зоне строительства самостоятельно. Теперь им это удалось. Строительство шло бешеными темпами. На работах было задействовано огромное количество пленных.
Но объект явно еще не был готов к использованию. Да. Торопятся немцы, торопятся. Кроме того, сюда уже прибыла группа тех офицеров, которых поселили в пансионате. Так. А это еще кто такие? Кем они были? Инженерами, которые должны собирать ракеты. Никаких следов ракет пока обнаружить не удалось. Значит, ракетный удар наступающим советским войскам пока не грозил. А сколько сегодня отправляется почта? 12 часов. Мне нужно отправить открытку жене в Вену. Непременно, господин Риттель. Как ваши дела? Продвигаются? С трудом. Иголку проще найти в стоге сена, чем в этом городе человека. Да-да, вы правы. Для коммерции сейчас не самые лучшие времена. Непременно отправьте открытку сегодня же. Не сомневайтесь. Но, может, немцы приготовили что-то более изощренное? Раскрытие загадки оставались считанные дни. Товарищ майор, разрешите доложить? Ну? Тут одна мысль появилась. Ну, выкладывай. Вам известно, что полковник Ракитин был осужден в 1938 году как враг народа? Ну и какие соображения? Перебежчик Филенко и полковник Ракитин могут действовать заодно. Надо обдумать. О, Машка! Работай, работай. Нравишься ты мне, Маш. Ну, вы же женаты, господин управляющий. Так. Так, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ну вот, ну что ты заладила? Господин управляющий, господин управляющий. Назови меня просто Богдан. Ну, хочешь? Богдан Иванович. А это тебе. Спасибо, Богдан Иванович. Ну, иди, приласка. Богдан Иванович, пожалуйста, что вы делаете? Богдан Иванович, что? Богдан Иванович, ну не надо, пожалуйста. Богдан Иванович, ну вы же женаты, пожалуйста. Господи, Богдан Иванович, ну вы же женаты, ну не делайте. Господин управляющий, вас там господин Клюбик к себе требует. Сейчас приду. Что стоишь, дура? Я же сказал, сейчас приду. Цени меня, Маш. Я здесь главный. Вызывали господин Клюге? Заходите. Послушайте, Бандарь, здесь находятся документы. Едете на станцию, получайте по ним продукты. Для кухни. Возьмите наш грузовик и пару полицейских для охраны. Слушаюсь, господин Клюге. Разрешите идти? Да. И выдайте горничным другое мыло. Запах фрукт. От них воняет. Псиной. Слушаюсь, господин Клюге. Разрешите идти? Да. И нигде не задерживайтесь. Вечером вы мне нужны. Слушаюсь, господин Клюге. Чего, девочка? Богдан Иванович, письмо брату передать. Тогда целую. Не-не. Где брат работает? В городском управлении полиции. Василий Шипитько, высокий, черноволосый. Ладно, давай. Спасибо большое. О!
Потом. Потом благодарить будешь. Это ты, что ли, Василий Шипитько? Ну, я что? А то. Сестра просила письмо передать. Вот спасибо. А ты уже начал беспокоиться. Как она там? Как у Христа за пазухой. Присаживайтесь. Некогда мне. Меня на станции ждут. Кем работает? Нифтворштайн. Ну, там же все написано. Кем работает, сколько получать будет, во что одевает. Ты это, если хочешь ответ передать, так я на обратном пути заскочу. Так зачем на обратном-то? Кажется, на станцию едете? Ну. Можно мне с вами? У нас там взвод караульной охраны дежурится. Мне их проверить надо. А я к начальству быстро сбегаю, отпрошусь только, хорошо? Только быстро! Подонки. Все, пока. Я пошел грузиться. Удачи. Я пойду своих бездельников проведаю. Что-то Машке передать? Да. Скажите, что я скоро к ней приду. Вряд ли. У нас режимный объект. Ну, тогда пускай она попросит, ну, кого надо. Ну, приезжает хотя бы на денек. Я очень соскучился. Передам. А ну встать! Где командир взвода? Командир взвода в настоящее время на территории станции, господин Цугвахмистер, проверяет посты. А вы что, расселись? Обленились, сволочи, зажрались! А ну марш к вагону! А здесь у них что? Отойдите от греха подальше. Тут у них какой-то важный груз стоит. А то еще пальнет, правда.
Отведи меня, командир взвода. Слушаюсь. В сообщениях Данца по-прежнему детали ракет не фигурировали. Молодец, Данц. Не обманул. Номера грузов и вагонов совпадают. И вам спасибо. Но меня уже больше интересовали прибывшие в зону офицеры. Сегодня же эта информация уйдет в центр. Ближе сел. Ближе сел, сука! Ах ты, сволочь фашистская, шкура продажная, а? Ты мне все скажешь, ты все мне скажешь! Ну, за что продался? За что продался, сволочь? За что? Страшно. Страшно было! Страшно! Ну что? А? Будем говорить? Что нам делать с Марией? В этом пансионате от нее толку никакого, а без оперативной связи мы пустое место. Связь будет. А вот ваш пансионат меня интригует все больше и больше. Это что за саперы такие, которых СС охраняет? Вы, кажется, говорили, что внешнюю охрану там несут обычные полицейские. Да. И каждые 3 дня они меняются. Вы не могли бы перевестись туда? Для того, чтобы быть поближе к сестре. Попробую. Попробуйте. Пустим землю лежит родной. Есть закладывать о выполнении, товарищ Третий? Что у тебя? Ревенко вышел на связь через маяк. Наконец-то. Открою окошко, тут жарко. Соколовицы, Соколовицы. Что-то очень знакомое. Так это совсем рядом с зоной. В том же районе, ты ж, полковник. Так может, это и есть те самые специалисты, а? Которых Мосин видел в зоне. Не исключено, товарищ полковник. Идеальное место, все под рукой. Кто-то же должен обслуживать технику. Как думаешь? Думаю, что да. Пиши шифровку. Есть. Я уверен, что 102-я шифровка от русского резидента.
Возможно, Вальтер. Очень даже возможно. Я отправил их в Берлин, в наш центр дешифровки. Наши специалисты обещают разобраться с ними в самое ближайшее время. Меня волнует другое. Что именно? Видите ли, до этого рация в зоне строительства выходила в эфир только в те дни, когда проходил очередной состав. Эта последовательность не была нарушена ни разу. Но в тот день состава не было, а сеанс связи был. Почему? Что заставило их выйти в эфир? Ваши соображения? Мы имеем здесь русского резидента, армейскую разведгруппу и кого-то третьего. Есть третья группа, о которой нам пока ничего не известно. Все вокруг пансионата оцеплено. Так. Чего они его так охраняют? Так. Не пройти там. Немцы. Попробуем уйти по реке. Представиться. Фридрих Шмидт, у вас еще сдаются комнаты для немецких офицеров? Ах да, проходите, конечно. Вот у меня две комнаты, одна здесь, одна здесь. Вы можете выбрать любую. Сказали, что у вас сдаются комнаты с окнами во двор. Вы ошиблись. У меня только комнаты с окнами на улицу. Но зато там никогда не бывает солнца. Здравствуйте. Слушайте, как вы меня напугали. Просто ко мне давно не присылали людей из комендатуры. Тем не менее, ваш адрес мне действительно дали в адресном бюро. Я думала, они про меня забыли. Ну, рассказывайте, как провалилась ваша группа? Простите. То есть вы хотите знать, почему я до сих пор на свободе? Ну, что вы на меня так смотрите? Моей вины в этом нет. Это ошибка Рыбчака. У нас была четкая инструкция ни при каких обстоятельствах не сотрудничать с местным подпольем. Он ее нарушил. А когда подполье провалилось, они пришли за ним. Он долго отстреливался, последнюю пулю пустил себе в голову. Да, это ужасно. А вы-то откуда об этом знаете? Мне это рассказал наш связной Серко. Он ушел на ту сторону, а я осталась здесь для связи. Ну да. А к своим Серко не дошел. Скажите, а вы не замечали в последнее время каких-нибудь странностей вокруг своего дома? Может быть, слежка за вашей квартирой? Может быть, появились новые соседи? Да нет. Хотя позавчера мне посыльный принес букет и записку. Я вам сейчас покажу. Не, это я вам прислал букет. Хотел проверить, нет ли слежки за вашим домом. Скажите, а где ваша рация? Здесь. Когда у вас следующий сеанс связи? Сегодня ночью. Хорошо. Передайте, пожалуйста, вот это. И когда и куда я должна передать ответ? Это не буду.
Всего хорошего. Опасения подтвердились. Радистки у нас по-прежнему не было, а вот благодаря Едвиге за мной уже увязался хвост. Пациент! Да, я вас слушаю. Просто кофе и меню. Благодарю. Официант. Да, я вас слушаю. Что у вас там? Клозет и черный ход. Что это была слежка? Уверен. Вроде все тихо. Хватит сидеть, пошли. Как наш друг Ганс? Говорит, что на станции введен особый режим охраны, ждут какой-то важный груз. Боится, что из-за этого не сможет доставлять нам сводки. Интересовался, получилось ли у нас что-то с предыдущими вагонами. Вы все-таки уверены, что это была слежка? Да, конечно. Может быть, вам есть смысл на время исчезнуть? Если бы следили именно за мной, меня бы ждали возле отеля. А так, к тому же, мое исчезновение равносильно провалу операции. Ну да, да. Нет, Фруштайн. Господа, Фруштайн. И все-таки, коллега, я буду настаивать на том, что мы все еще находимся в эксперименте. Ага. 3 из 5 – это не результат. Да вы рассуждаете какими-то отвлеченными категориями. Время Х наступит со дня на день. Главное – верить в успех. Успех. А как же профессиональная честь? Как же наука? А? Да бросьте вы! Да это вы бросьте, Вельц. Вы же прекрасно понимаете, одно дело лаборатория, а второе дело реальность. И Вельц, я вам говорю на правах вашего старого друга. На вас, Вельц, лежит огромнейшая ответственность. Вы понимаете, если наша миссия провалится, то вам же первому вспомнят ваши русские корни. Послушайте, Франц, я вас не понимаю. О каких корнях вы говорите? Какие корни? Мы один народ, одна нация, одна империя, один фюрер. Какие корни? И в отличие от вас, я обладаю верой. Слушайте, давайте оставим этот разговор. Хорошо. Кстати, дорогой Вельц, вам же вчера пришло письмо из дома, да? Да. И как там поживает фрау Марта? Спасибо, замечательно.
Ну, правда, беспокоит камни в желчном пузыре, но это удивительно для женщины в ее возрасте. Да что? Да. И, скорее всего, понадобится операция. Вы думаете? И вы знаете, у меня в Лейпциге есть потрясающий врач-хирург. Вальтер Гляун. Что вы говорите? Вы знаете, делает ювелирные операции. Шва даже не видно. Начальнику управления контрразведки СМЕРШ 1-го Украинского фронта генерал-лейтенанту Тимофееву ПП. Довожу до вашего сведения, что я подозреваю заместителя командующего фронтом полковника Ракитина в ведении шпионской деятельности в штабе фронта. Эти выводы были сделаны мной на основании того, что полковник Ракитин пытается оправдать военнопленного рядового Филенко. Возможно, Ракитин и Филенко действуют заодно. В связи с этим считаю целесообразным задержать полковника Ракитина, чтобы провести следственные действия. Быстрее, мужики! Но... Быстрее, это значит быстрее! Мария! Вася! И там направо! Ну, быстрее! Здравствуй! Здравствуй! Общаться запрещено! Это мой брат Вася! Отойди от забора! Как ты тут? Да нас ждут охраны, недалеко перевели отсюда. Мы теперь рядом будем. Правее! Ну я же сказал правее! Богдан Иванович! Правее, это даже правее! Миленько, Богдан Иванович, брат ко мне пришел. Пропусти! Правее! Во! Здравствуй. Ну, пойдем. Пойдем. Так и сказали, Деникс. Интересно. Значит, форма просто прикрытие. Думаю, да. И на саперов они мало похожи. Они как-то сдали в стирку свои халаты, и запах у них был такой, как будто формалином. Формалин, точно. Ничего не путаешь. Может быть, машинное масло. Может быть, они специалисты по двигателям. Или еще почему-либо. Да нет, они и на механиков не похожи. Они ножи держат как-то вот так. Значит, врачи. Ну, а как здесь вообще? Перестанет. Немцы не пристают? Немцы — сама вежливость. Доброе утро, фройлен. Фройлен сегодня хорошо выглядит. Бондарь, сволочь, прохода не дает, лапает. Ну, давай с ним поговорю. Как брат. Не надо как брат. Он хоть и сволочь, но если бы не он, меня бы к тебе не пустили. Ладно, я побегу, меня, наверное, уже ищут. Подожди. Шоколад. Это тебе. Спасибо. Ты приходи ко мне, хорошо? Приду. Когда мне? Выйди-ка! Ты что, Василий? Не надо мою сестру лапать. Я пошутил! Ты знаешь, я тоже могу шутя покалечить. Дурак ты, Василий! Одно мое слово. Она у нас не работает. Ну что, стоим? Поехали! Param.
Что с ним? Отдыхает. Ты что, падла, делаешь? А? Ты что, без приказа творишь? Филинка раскололся. Он не бежал из плена, товарищ майор. Он перешел фронт по заданию немецкой разведки. Петрович, 11-го года рождения, уроженец села Слободенко Перятинского района Полтавской области. Так, попал в окружение летом 41-го. Да? Это что за слово? Виноват, товарищ майор. За отказ сотрудничать пленным обещали капут. Еще кому-то капут. Переводчик нашелся, мать твою. Получил задание перейти линию фронта. Вместе с советскими разведчиками? Что за бред, Павлов? Никак нет. Он утверждает, что... А если сведения о зоне дезинформация? В чем ее смысл? Не могу знать. Филенко! Отличная работа. Но если он подохнет, пойдешь под трибунал? Так точно, товарищ майор. Между тем, признание Филенко привело совсем не к тем последствиям, на которые можно было рассчитывать. Товарищ майор, разрешите доложить. Выполняем ваш приказ доставить арестованного в госпиталь. Вольно! Что-то случилось, товарищ майор? Случилось. Не знаешь ты, Павлов, какого орла везешь? Как он там? Да что с ним станется? Живуч, гнида! Ну что, разлегся без команды?